Раз, два, три. А, нет. Здравствуйте. Вы нас слышите? Если слышите, кивните, пожалуйста. Спасибо большое. Можешь его открыть? Трансляцию открой, пожалуйста. Нет, не в колонке, просто чтобы увидеть. А можете поговорить сами что-нибудь? Да, все, спасибо. А, извините, пожалуйста, а можете еще там поговорить просто? Да, привет, здравствуйте, раз, два, три, четыре, пять. Говорите, говорите. Слышно меня? Раз, два, три, один, два, три, четыре, пять. Так меня слышно? Продолжите, пожалуйста. Просто настраиваем звук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Как помочь? Как меня слышно? Как Нижний Новгород? Когда можно уже перестать говорить? Че? Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Я хочу вас попросить еще раз поговорить. Хорошо? Раз, два, три, еще четыре, немножко. Пять. Поговорить? Раз, два, три, четыре, пять. Интеллектуальные транспортные системы. Как меня слышно? Как в Нижнем Новгороде погода? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Отвечаю на ваш вопрос. А, погода отличная. Спасибо.
А, добрый день. Сейчас проверю, собственно, меня слышно или нет. Да, все, добрый день. Так, 12:30 на часах, и мы начинаем нашу сессию, которая называется «Интеллектуальные транспортные системы. Поиски нового баланса между государством и бизнесом». У нас очень интересная сессия, которая посвящена, в принципе, влиянию цифровизации на развитие транспортной отрасли. И мне бы хотелось затронуть все-таки здесь два очень важных вопроса, потому что, с одной стороны, транспортная система должна отвечать безопасности, и безопасность сейчас она отвечает достаточно широком, стоит воспринимать безопасность в достаточно широком смысле. То есть мы не говорим просто про антитеррористическую безопасность, мы говорим и про безопасность от кибератак, мы говорим про безопасность на дорогах, беспилотных автомобилей. Ну и в связи с последним событием мы говорим о безопасности пассажиров, которые находятся в общественном транспорте, о том, как защититься от новых еще угроз, которых мы еще не можем даже представить. А с другой стороны, транспортная система должна отвечать понятием гибкости, то есть реагировать максимально гибко на все те изменения, которые происходят во внешней среде. На появление новых способов передвижения. Не случайно МСОТ несколько лет назад даже изменил классификацию транспортных средств. И появляются новые технологии, появляются новые технологические, собственно, вызовы, с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, этот год он очень сильно ударил по транспортной отрасли, она очень сильно изменилась. И сегодняшняя наша дискуссия посвящена тому, как государство и частные компании, как бизнес могут взаимодействовать с учетом в том числе двух этих критериев. То есть где роль государства и где роль частной компании, где роль бизнеса, где начинается и заканчивается ответственность каждого из этих участников. И мне бы хотелось для начала представить участников нашей дискуссии. Это Артем Павлович Бафанов, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Это Павел Шиляев, директор офиса интеграционных решений корпоративный центр ПАО «Ростелеком». Это Фарид Фадани, генеральный директор деловой линии. Антон Сергеевич Замков, директор Ассоциации цифровой транспорт и логистика, генеральный директор РТ Инвест транспортные системы. Антон Шингарев, он присутствует онлайн, это вице-президент по корпоративным отношениям Яндекс. Михаил Казаков, генеральный директор расчетные решения. Андрей Денисенков, председатель правления Ассоциации ОКО, учредитель ГК «Урбантех». Андрей Незнамов, исполнительный директор Сбербанк АИ. Константин Трофименко, директор Центра исследований транспортных проблем Мегаполиса, Институт экономики транспорта и транспорта политики Высшей школы экономики. Михаил Кожуховский, партнер Национального центра информатизации, генеральный директор Альтек. И я ваш модератор, Мария Роженко, замдиректора Центра высокоскоростных транспортных систем РУТМИИТ. И позвольте начать эту дискуссию со слов, сразу хотелось бы передать слово Артему Павловичу Бафанову, потому что государство все-таки играет существенную роль в нашей дискуссии. Коллеги, добрый день. Для меня действительно честь присутствовать сегодня на этой дискуссии. Она важная, актуальная. И тот вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, для нас один из первостепенных. Правительство Нижегородской области открыто для внедрения всех информационных технологий реализации, тем более в преддверии орган исполнительной власти Митранс отвечает за транспортную отрасль. И в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и общие меры развития дорожного хозяйства к 2024 году мы должны реализовать интеллектуальные транспортные системы. На самом деле еще до того, как вопрос возник в рамках этих федеральных программ, мы прорабатывали возможности реализации и отдельных элементов ИТС, и в комплексе. И, в принципе, находимся на достаточно хорошей и глубокой стадии проработки этого вопроса. На сегодняшний день мы проработали вопрос организации совместных конкурентных процедур на СМР и проектирование для того, чтобы заключить долгосрочный контракт на поэтапную реализацию тех всех модулей и систем, которые заложены в архитектуру ИТС. В части тех технологий, которые мы реализовали, хочется сказать первое, что Нижний Новгород – это первый город, подчеркну, после Москвы, который интегрировал пригородные электропоезда в систему городского общественного транспорта. На них существует пересадочный тариф 60-90 минут. Активно реализуем систему
без наличной оплаты проезда. На всем подвижном составе установлена система ОСОП. Также у нас уже реализованы платформы и элементы, которые можно также отнести к ЭТС и как, так сказать, стартовое развитие ЭТС в комплексе. Это и Яндекс.Карты, это и умные остановки, ОСОП, и РНИЦ, которые действуют на территории Нижегородской области и включают в себя не только транспорт в межмуниципальном сообщении, но и муниципальное сообщение. Если глобально говорить, то Нижегородская область реализует сейчас и на стадии реализации находится транспортная трансформация транспорта в Нижегородской агломерации, которая включает в себя не только обновление подвижного состава, но и разработку мультимодальной маршрутной сети всей агломерации, в которую включены 8 муниципальных образований, которая также в перспективе и будет играть важную роль совместно в вопросе ИТС. Как Мария в начале дискуссии подчеркнула, что это прежде всего безопасность, и мы как орган исполнительной власти должны придерживать прежде всего, гарантировать безопасность пассажиров, но и обеспечивать скорость перемещения общественного транспорта на территории Нижегородской области, чтобы пассажир гарантированно из точки А в точку Б мог переместиться за определенное количество времени. Соответственно, и система ЭТС нам позволяет за счет создания зеленых волн, приоритизации общественного транспорта, обеспечить реализацию этих вопросов. Есть на сегодняшний день урегулированные вопросы, которые, наверное, сегодня в дискуссии мы затронем, прежде всего это и правовые, и те вещи, которые необходимо будет заложить и доработать не только на федеральном, но и на региональном уровне нормативно-правовые акты в части ЭТС, отчетная документация, документация контроля. Ну и, надеюсь, сможете поделиться, коллеги, тем опытом, который есть других субъектов в плане ИТС, как развивается это направление. Мы готовы любой успешный опыт у себя применить и открыты к диалогу. Ну, в процессе общения, если возникнут вопросы, буду готов ответить. Скажите, пожалуйста, вот кроме нацпроекта «Безопасное качество автомобильной дороги», а вот на уровне региона есть ли какие-то индикаторы целевые, связанные с внедрением ЭТС? Может быть, стратегия в какой-то? Нет, я как и заявил, у нас реализуется программа трансформации транспортной системы. То есть это прямо официальный документ какой-то? Нижегородской агломерации. Да, это есть проект, который мы неоднократно уже заявляли и на федеральном уровне, и в рамках программы БКАТ в части субсидирования подвижного состава со скидкой в 60%. Да, там один из условий это реализация государственных программ на региональном уровне. И в рамках этой парадигмы и программы мы двигаемся. Туда погружены все и наземные виды транспорта, и в том числе и метро. Угу. Ну вот мне просто интересно, региональные кейсы в данном плане, а какие именно у вас индикаторы? Поделитесь. А в части ИТС? Да. Ну, прежде всего, это центр обработки данных, который должен быть создан, ситуационный некий центр, который должен в себе интегрировать все элементы ИТС, и полный функционал мы должны иметь на региональном уровне. Но так как в данной федеральной программе все-таки идет внедрение ИТС в агломерациях населения, где свыше 300 тысяч, то есть это муниципальные сегменты, мы планируем не останавливаться на включении в ЭТС только Нижнего Новгорода как столицы региона, но и подключать крупные муниципалитеты даже с численностью меньше 300 тысяч человек. Но здесь уже вопрос финансирования. Я думаю, мы к нему все-таки придем и по возможности за счет собственных средств реализуем. Соответственно, это ЦОД. Далее это один из первых этапов. Это к 800-летию, к чему мы стремимся реализовать ОСУД как элемент ТС. Первостепенно это светофорные объекты, которые находятся непосредственно в Нижнем Новгороде, которые будут включены в всю систему в целом. Спасибо. Спасибо большое. Тогда
Просто в конце еще, я думаю, задам как раз один вопрос. Сейчас хотелось бы просто перейти от вопросов, связанных только с одним регионом, к тому, как, в принципе, объединить данные с разных регионов и как осуществить эту, собственно, цифровую трансформацию. И хотелось бы просто передать слово Павлу. Да, спасибо большое. Я, кстати, сразу скажу ответ на вопрос Константина. В замечательном городе Нижний Новгород есть реализованное конституционное соглашение, которое еще идет по поводу умных остановок. И выйдя там из Нижегородской ярмарки, буквально через дорогу, можно оценить, как это реализован проект. И важный момент, что вот транспорт — это все-таки, да, сфера, в которой каждый житель, горожанин может с этими цифровыми сервисами воспользоваться. Когда-то он это делает, ну, пользуется ими и не знает, да, когда работает система параллельного дорожного движения, например. Но вот интерфейсы, которыми он пользуется, уже есть сейчас. И вот город Нижний Новгород вообще, можно сказать, такой алмаз, потому что это первое концессионное соглашение, там минимальные затраты из бюджета, да, и очень хороший такой референс. Поэтому приглашаю всех посмотреть, мы очень гордимся этим проектом. Из того, что хотелось бы все-таки сказать, ИТС, когда говорят, такая сущность, да, есть ИТС, что-то интеллектуальное по блокам. Мы все-таки, наверное, немножко его разделили, потому что везде есть нехватка в различных из этих блоков, и разделили его на 4 уровня, такие простые. Первый — инфраструктурный, да, это те же датчики, та же оптика, те же ЦОДы. Второй — это данные и как этими данными обмениваться, да, на территории региона или там федерации в том числе. Третий — это сервисы и услуги, это как раз математика, все там, все отчеты и прочее, прочее. И четвертый — это интерфейсы. Вот, как правило, интерфейс мы все видим и говорим о каких-то платформах, о каких-то непонятных там волшебных вещах, но без первых трех ничего не работает. И это такой опыт, который, ну, который можно уже декларировать. Без датчиков нельзя снять статистику и данные, чтобы сделать отчеты. Да? И вот та субсидиарная поддержка, которая сейчас есть, она, конечно, помогает это хоть как-то реализовать, потому что затраты-то большие. То есть повесить на и контроллеры, и камеры, и настроить все это не так просто, не так дешево. И, в общем-то, потом на этом всем нужно работать. Ну, говорю, это не просто так. У нас все-таки там 65 субъектов с 2015 года те или иные сервисы ИТС были реализованы. И иногда спрашивают нас, до сих пор, кстати, еще спрашивают, при чем здесь иногда Ростелеком, вы же там вроде, ну, там интернет даете и типа все. У нас недавно в периметр компании попала еще и компания Ростелематика, и компания VoiceLink. Это здесь как бы спасибо регулятору за то, что он как-то это обозначил. Да. И мы понимаем, что все вертикальные сервисы, там фото-видеофиксация, система оплаты проезда, о которой сегодня говорили уже, весогабарит, это система управления дорожным движением, эта инфраструктура, она поднимается наверх и должна быть не то, что заново создана какая-то платформа, она должна просто подружиться. Должны быть понятные алгоритмы, как дружить уже готовые вертикальные сервисы в регионах. Ну, не городить там новые, да, а правильно эту историю подружить. И, наверное, ну, важным моментом будет сказать, что хороший тренд, когда работа идет снизу вверх. Да, то есть мы все видим иногда опыт различных ГИСов в других сферах. И понимаем иногда, что они как бы к земле вообще никакого отношения не имеют. И никак никто не понимает, как ими пользоваться-то. Но они есть и есть, а ток какой. А вот путь снизу вверх и по тому пути, как он идет с инфраструктурой и так далее, структурировано, оно все-таки нас когда-нибудь точно приведет к такому термину, как мобильность как сервис. Да, об этом много говорили. Когда, ну, вот мы сейчас и пользуемся там замечательными приложениями, там, тем же самым там, навигатором. Да, и мы можем на этом навигаторе построить там с точки А в точку Б маршрут. Ну что там, мобильность как сервис — это когда мы можем понять все пути, маршруты, оплаты этих проездов с различными пересадками, а у нас иногда даже на межмуниципальном уровне оплаты там не может произвести, там единой карты не можем сделать. Но вот если снизу это будет дальше так идти, к мобильности как сервис мы точно придем. Это очень здорово, это поможет и жителям, горожанам, это будет дешевле, это будет быстрее, а бизнес будет работать более эффективным. Так вот, возвращаясь к тезису о том, что снизу не работает, сейчас мы видим, что в субъектах над этой работой идет серьезная. Да? Все уже оценили примерно затраты. Все подавались, там, кто не подавался, готовились на субсидию. Есть там стратегии. И они там на региональном уровне уже
ну, хорошо работают. А, важный еще момент. Транспорт – это отрасль, которая затрагивает, наверное, все отрасли. Ну, понятно, что она в каждом ценнике заложена. Да? В магазин приходим, в любой цене заложен транспорт. Ну, везде это есть. Но важно также сказать, что транспорт также работает и в других сферах. Например, приведу простой пример, в той же самой безопасности. Вот есть там безопасный город, образно. Есть там комплексный мониторинг окружающей среды. Ну вот там есть все погодные там данные, например. Почему не брать их оттуда и использовать там? Или, например, делиться этим? То есть это такие простые примеры, на которых можно как бы опираться. Но в целом ИТС должны заниматься в регионе, конечно же, не одно ведомство, а многие, потому что оно сильно завязано на и другие, в том числе, сферы. Ну, я там не говорю уже про приоритетный проезд там, скорой помощи, да, там и прочие вещи, что в идеале, конечно, тоже должно быть, это все-таки жизнь людей. А, ну и отдельно еще сказал бы, что вот мы видим на примерах, что ЖКХ, когда дружат и с уборкой техники в городах, это тоже помогает. Это, кстати, распространено еще было до там, терминологии про ИТС, и этим пользовались. Диспетчеризация. Все видели замечательное видео, когда едет трактор, и у него щетка метет сверху, как бы, но он типа работает. Да? Вот, но ничего, мы тоже к этому привыкнем. Вот, тоже всем этим будем пользоваться, и когда-то для нас это будет нормой. И очень я надеюсь, что вот мобильность как сервис, да, который я сказал, как итог, да, некий к платформенным решениям уже на там, региональном, межрегиональном уровне, федеральном, это уже не за горами, есть много игроков, и рынок в России достаточно сильный. Я думаю, что вместе мы с этим справимся. Это явно задача там, ни одной, ни двух, и даже не пяти компаний. Это очень серьезная там, задача, которую нужно решать вместе. И это приведет, в общем-то, и к экономическому эффекту, такому, которому, наверное, мы не ждали. Очень здорово, что в это сейчас вкладываемся, потому что, естественно, доходов от этих пока нет никаких, да, мы же не видим их впрямую, мы не можем, как вот это было принято, фото-видеофиксация полетела, как там штраф, вот это все, да, все такое, все полетело. А здесь такого нет, и здорово, что с федерального уровня есть поддержка, и что бизнес в это тоже вкладывается. А вкратце, наверное, все, в принципе, готов ответить на вопросы, фактуры много в голове, так что готов пообсуждать. Спасибо. Ну, кстати, вот очень интересный вопрос вы подняли про мобильность как услугу. А вот, кстати, как вы это себе видите? Вот, например, сейчас же явно многие компании на этих уже работают. И вот, допустим, Москва тоже, очевидно, работает. То есть два таких подхода. Да? С одной стороны, корпоративная mobility as a service, которая, может быть, представляет платформу для региона. Или, с другой стороны, наоборот, региональный какой-то вот интегратор, который, может быть, использует какое-то техническое решение, поставщика технических решений. Но подход-то может быть разный, но пока из того, что видим, реальнее всего реализовать на территории конкретного субъекта эту историю, когда хотя бы можно будет правильно пересаживаться хотя бы с железнодорожного транспорта образно, да, там, на там, пассажирский там, автомобильный транспорт и не иметь две карты, не ходить, не платить, хотя бы вот на этом уровне. То есть на уровне субъекта проще это реализовать, как опять же по тому же подходу снизу вверх. Да, это самый правильный путь, по которому можно пойти. Ну, вот у нас такая позиция. Спасибо большое, что затронули как раз тему важных игроков. Их хотелось бы передать слово как раз Фаридову, потому что он представляет очень крупного игрока на российском рынке. Как вы видите взаимодействие государства и бизнеса? Да, спасибо большое. Очень радуют такие мероприятия, которые появляются все больше и больше, лучше и лучше. Значит, ну, я вкратце начну с истории про нашу компанию. Мы занимаемся грузовыми перевозками, а именно больше автомобильными, уже больше, ну, как 20 лет, да. И, соответственно, какую-то часть вот этого цифрового пути в недрах нашей компании мы, естественно, прошли и проделали, и боремся за такие параметры, как утилизация транспортных средств, там, диспетчеризация, управление и так далее. Что мы сейчас видим? Мы сейчас диагностируем очень интересную проблему социальную, что престижность профессии водителя, она как бы уходит. Да? Соответственно, новые кадры, они не появляются, нежелательно появляются, да? А старые, они уходят. Это очень большая проблема, и это все идет к тому, что мы очень активно смотрим в сторону беспилотных историй, как бы, и, соответственно, пытаемся взаимодействовать с разными научно-исследовательскими институтами на эту тему сейчас активно. И
там разворачивается очень интересная картина. Для того, чтобы как раз-таки делать это все безопасно, есть такое понятие, как бы в системе управления нужно разворачивать некую мультиагентную систему, которая позволяет взаимодействовать по каким-то протоколам, через какие-то инфраструктурные вещи всем участникам движения, да, и тогда мы можем сделать безопасную какую-то среду, в которой передвигаются вот эти транспортные средства, да, потому что мы можем мониторить и контролировать дорогу в целом. Все истории, которые заканчиваются на то, что мы какое-то транспортное средство просто снабжаем необходимым количеством лидаров, радаров, датчиков и так далее, как бы они, к сожалению, так как среда очень разнообразна, да, они заканчиваются не очень хорошо. Да, то есть и опыты разных стран есть, которые даже десятилетиями делали исследования на эту тему, а потом оказывается, что это был путь никуда, как бы вот сейчас думают заново. Да. Значит, и вот тут вот как раз-таки встает вопрос о том, что это задача, которую нужно решать вот совместно с какими-то административными федеральными там и прочими ресурсами, потому что коммерция как таковая, спасибо, коммерция как таковая, она не может потянуть такие затраты из-за того, что они очень капиталоемкие, да, и, соответственно, непонятно, когда будут окуплены и так далее, да. Про что вообще речь? Про то, что в первую очередь, естественно, хотелось бы получить организацию банальной связи, да, потому что у нас до сих пор есть участки дороги, где, например, наши машины пропадают с как бы, диспетчеризацией там, километров на 300, на 400, да, причем там реально страшно, там ни бензоколонок нет, да, там, и, соответственно, все это просто уходит и потом всплывает с накопленными данными, мы получаем то, что вот пакет дошел, мы видим это все дело, слава богу, да. То есть это вот первая задача. Вторая задача – это разработка единых стандартов и протоколов. Третья задача – это, наверное, склонение к сожительству, да, производителей, потому что тут есть история того, что нужно делать это безопасно, нужно делать это по стандартам, но производят это, грубо говоря, производители, они должны это тоже как-то делать, их нужно как-то уговаривать. Да? Ну и, соответственно, какие-то вот правила использования, да, то есть понятно, что есть какая-то коммерческая составляющая, есть некоммерческая составляющая. Вот, естественно, это вот, но на том, что мы видим в качестве вот магистральных перевозок, когда идет аминообщение между городами, да, соответственно, это все нужно проделать. Мы очень сильно надеемся, что какой-то, наверное, первый пример появится на трассе между Санкт-Петербургом и Москвой, потому что она, в принципе, уже, наверное, по техническим требованиям отвечает. Значит, соответственно, мы понимаем, что через какой-то момент времени и с учетом того, что законодательная база сейчас очень жестко меняется по ограничениям времени нахождения там, водителя за транспортным средством, да, то есть там как раз у человека часы какие-то вводятся, если мы раньше оперировали там 40 часов в какой-то период, и можно было спокойно, машина могла доехать из Питера до Москвы, да, потому что у нас было право на это, то сейчас это время снижается до 8-9 часов, да, и получается, что имея 12 часов пути из Питера до Москвы, вот как бы стандартная трасса, да, то есть мы уже должны организовать какую-то двойную смену. В принципе, вся логистика может подрасти так неожиданно на процентов 30-40, потому что тебе нужно сделать как бы какие-то вот вложения, там, какую-то диспетчеризацию еще плюс водителей, да, какая-то логика всего этого появляется. Вот это очень значимые моменты, которые надо решать и решать совместно, прислушиваясь к нам, как к исполнителям и использованиям, кто пользуется конечным счете этим всем. Да? Вот, ну, подчеркну, что так как мы начали взаимодействие, и вот очень приятно то, что нас слышат, и ситуация действительно меняется, и мы видим то, что получаются уже какие-то ответы, как бы, и очень хорошую сторону. То есть вот слова про то, что диспетчеризация уже происходит на уровне светофоров, она вот вообще не сказано радует, потому что мы понимаем, что таким образом можно регулировать нагрузку на трассы и, соответственно, просто убирать пробки, создавая понятные зеленые зоны прохождения, окна там и так далее. Готов ответить на вопросы? Фарид, скажите, а вот внедрение новых технологий в вашем бизнесе, оно связано с технологиями автоматизации управления транспортными средствами? Да, безусловно, потому что мы, будучи, воспринимаю транспортное средство как некий ресурс, который достается нам не бесплатно, мы платим там лизинговые платежи, у нас есть там кредитные отношения, возможно, да, и, соответственно, у нас есть задача утилизации транспортных средств по максимуму. Что это означает? То есть машина не должна ходить у нас пустая, да, то есть и она должна всегда ходить.
То есть таким образом мы должны иметь систему, которая обеспечит ее загрузку, значит, и загрузку на максимально к 100% утилизации. Да? И такой объем, который мы используем, то есть вот, ну, вот в цифрах, чтобы было понятно, на сегодняшний момент мы управляем больше 4000 транспортных средств единомоментно, да, и, соответственно, вот количество неких посылок грузовых мест, скажем, общий такой параметр, это получается больше 50 тысяч в сутки мы обрабатываем, да. Все это требует определенной логики, логики взаимодействия. Мы даже приходим, ну, уже пришли к таким вещам достаточно давно. То есть даже вот история управления вот двором, это тоже автоматизация, это тоже диспетчеризация, да, то есть вот не только вот какие-то внутрискладские операции, да, это даже вот за складом, это тоже как бы очень важно, потому что ты можешь дать какую-то неправильную нагрузку на склад, у тебя в итоге получается, произойдет либо избыток людей, которые должны это все дело обработать, да, и, соответственно, как бы это все потом вытекает в то, что у тебя неправильная логистика, неправильное количество машин подали в единицу времени, и это очень-очень как бы такая сложная задача. У нас в штате работает больше 20 математиков, то есть, которые как бы решают вот эти задачи, строят модели и, соответственно, проверяют их на как бы целесообразность использования до того, как мы впустили их в некий продакшн, некоторое использование уже, чтобы снизить наши вот риски и потери. То есть это вот 20 математиков, которые смотрят, как, соответственно, это все вот обеспечивается и как это сделать лучше, строят. Просто как переход тоже к следующему выступающему. Беспилотный автомобиль для вас вопрос отдаленного будущего или вопрос? Ну вот лично мое мнение, да, потому что оно такое как бы собирательное, да, то есть вот приходишь на какие-то мероприятия, слышишь, что там объявляют, там как бы господа там производства телекома, там из каких-то еще там организаций там и так далее. Я думаю, что этот вопрос будет решен в течение 5 лет. Еще в прошлом году у меня рамка была где-то порядка 10 лет. Вот. Но сейчас я вижу, что предпринимаются конкретные шаги, видно, что уже появляются, ну, готовые какие-то полотна уже, которые действительно могут быть, видишь опыт какой-то, да, который накапливается. Я думаю, что в течение 5 лет мы уже увидим именно, я подчеркиваю, грузовой транспорт. То есть вот, и, скорее всего, эта задача будет решена в первую очередь в районе, ну, ну, магистрали, то есть это как раз сообщение город к городу. Это мои прогнозы, да, но нужно будет очень проделать большой путь, потому что мы, например, взаимодействуем с очень большим количеством научных всяких, ну, институтов, там, образования, да, это и ИТМО, там, и Сколково, там, ну, практически со всеми stay in touch, как бы, да, в каком-то контакте находимся, и мы понимаем, что нету сейчас единого центра, который возьмет на себя вот как харизматично как бы вот решение этой задачи, да, и доведет, дожмет ее до конца, потому что вроде бы кто-то что-то делает в какой-то области, да, но чтобы вот это было такой вот общий вектор, общее направление на результат, пока такого еще не хватает. То есть нужен какой-то лидер, может быть, это будет какая-то коллегиальная организация, там, или еще что-то такое. Но вот сейчас, на данный момент, его четко, ярко выраженного его нету, который протащит и решит эту задачу. А вот как же вот Автонет? Вот я тоже могу спросить, а как же Автонет? Ну, то есть считаете, что он не справляется с этой функцией? Ну, вот где, да, то есть, как бы, то есть получается, что вот будучи как бы одним из игроков, как бы, да, то есть мы же не сидим в кабинетах Автонет и вместе с ними там что-то делаем, как бы, да, то есть это вот по-другому как-то происходит. Поэтому я тоже могу спросить, а как же Автонет? То есть это что, должна быть еще одна ассоциация, или как вы это видите? Ну, может, или какой-то государственный орган? Ну. Да нет, это просто какая-то сила воли должна появиться, переформатированная, может быть, даже с теми же названиями там, и так далее. То есть, ну, парадигма должна поменяться. Ну, банально все. Спасибо большое. Прошу тогда подключить сейчас Антона сюда, Шингарева. Добрый день. Здравствуйте. Или нет. У нас сейчас как раз выступал Фарид. Я надеюсь, что вы слышали выступление его. Расскажите, пожалуйста, про ваш взгляд на развитие беспилотного транспорта и что важно, что мешает сейчас развитию его. Да, я все выступления слышал. Я, кстати, себя тоже слышу. Будет здорово, если вы как-то выключите микрофоны, а то я немножко шизофренично себя чувствую. В общем, да, во-первых, извините, вынужден отметить, что крайне необычно быть единственным по Zoom. Вот, я вчера с Андреем, не знаю, он переписывался, что я до последнего думал,
все-таки приехать в Нижний Новгород или не приехать. Потом решил, да ладно, наверняка большинство же будет удаленно. И видите, как я ошибался, очень непривычно. А про будущие беспилотники я хотел говорить с точки зрения регулирования. А, потому что технологически в целом большинство компаний мира двигается в фарватере примерно в одном направлении. Есть Tesla, которая немножко выбивается технологически, но остальные компании-лидеры двигаются примерно в одном направлении. Кто-то более успешно, кто-то менее успешно. И на наш взгляд, при этом движении главным становятся не технологии, не просто инженеры, а также регуляторный режим и регулирование, которое позволяет совершенствовать технологии или не позволяет. А в России есть единственный регламентирующий документ на данный момент, это постановление 1415 правительства России, которое приняли осенью 2018 года. А на тот момент, осень 2018 года, это было, я бы сказал, довольно продвинутое регулирование. А сейчас, два года спустя уже, когда регуляторный режим в разных странах изменился, мы уже немножко отстаем. Вот, отстаем при этом... Страны-лидеры, это США и Китай в первую очередь, имеют более благоприятный режим, который им позволяет далее совершенствовать технологии, убирать водителя из-за руля, а в США, в некоторых штатах, даже вообще из автомобиля убирать водителя, использовать в коммерческом режиме, в режиме такси свои автомобили и дальше совершенствовать технологии. И это просто может привести к тому, что спустя сколько-то лет лидеры, там, топ-10 компаний мировых, из них 8 американских, 1 китайская и 1 российская Яндекс. И это может просто привести к тому, что когда технология будет опробована, отработана и подтвердить эффективность, там останутся одни американские и китайские компании, потому что их регуляторный режим позволяет развивать быстрее. У нас в России сложился очень такой хороший, на мой взгляд, положительный альянс. Он неформальный пока. Мы объединились с Сбербанком, с КамАЗом и с «Газпромнефтью». У нас совпадает, как мне кажется, понимание к подходу к регулированию. И 1 апреля вышло поручение президента, в котором говорится о том, что поручается правительству разработать комплекс мероприятий к постепенному переходу к полностью автономной эксплуатации. И мы, как индустрия, причем очень разная, тут и классические автопроизводители КамАЗ, и «Газпромнефть», там современная нефтегазовая компания, и Сбербанк, который... банк, но не совсем банк. И мы все вместе смогли договориться, потому что у нас единый, в общем-то, более-менее подход к регулированию. Мы все понимаем, что его нужно совершенствовать и расширять границы. Вот. И мне кажется, что это может быть главным или стопером, или главной подмогой в деле развития транспорта. А мы, как разработчики, я думаю, мои коллеги из КамАЗа, Сбербанка и Газпромнефти, скажут, что техническую часть разработки мы на себя возьмем, и я уверен, у нас получится. Вот. Было бы очень здорово, если бы регулирование тоже позволило это сделать. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Поскольку, собственно, была отсылка к международному опыту, Константин, прошу буквально на несколько минут просто рассказать о том, что происходит за рубежом. Коротенько, минут на 40, да? Хорошо. Смотрите, если вообще смотреть на процесс внедрения цифровых технологий, скажем, в той же Европе и в США, да и в Китае на самом деле тоже, тут важно понимать одну вещь. Они являются некоторой надстройкой над некоторым базисом. А базисом в данном случае является то, что это в высокой степени организованная транспортная система, на которой уже где-то десятилетиями, а где-то годами, но поработали в части их организации и оптимизации. О чем конкретно идет речь? Система взаимоотношений между муниципалитетом или там регионом, заказчиком перевозок, организатором перевозок и непосредственно, значит, частными перевозчиками. Это раз. Система вот как раз какой-то тарифно-билетных решений, единых, интегрированных, это два. Если брать организацию безопасности дорожного движения, то, соответственно, система вот какого-то централизованного планирования этого процесса, какого-то централизованного управления этим процессом, осознанно, соответственно, имеющие какие-то неинституционные подходы. Вот здесь мы рисуем проект организации движения, здесь рисуем другой, они между собой вообще никак не связаны. А вот именно какой-то комплексный подход к всей территории.
И отрадно то, что сейчас, на самом деле, вот то, что я услышал от вас, именно эта идеология, она, в общем-то, и пропитывает нас проект БКД, и очень хорошо, что регионы тоже к этому восприимчивы. Правда, не все. Вот вы в этом случае прогрессивны, а есть те, кто очень активно отрицает эти вещи. Вот. Но я просто к тому хочу сказать, что у нас есть иногда бывает такой подход, что вот сейчас установим какую-то систему умную, и у нас вот сразу там будет такая кнопка «Сделать хорошо», мы ее нажмем, и станет хорошо. Вот это вот, если обращаться к международному опыту, подход утопический, то есть сначала идет сильнейшее и серьезнейшее в течение каких-то годов, по крайней мере, не одного года, может быть, не десятилетия, но вот где-то там в промежутке между 5 и 10 годами комплексная реформа транспортной системы, прежде чем она в принципе станет восприимчивой к внедрению цифровых технологий. И вот опять же, обращаясь к мировому опыту, это как-то обычно отражено в каких-то программных и стратегических документах. Тут нет единого подхода, то есть есть, допустим, подход, когда у нас есть, в принципе, некая стратегия цифровизации там, чего-то, там Сингапур, допустим, да, Smart City Singapore 2030, и там есть раздел транспорт. А есть, наоборот, допустим, транспортные какие-то стратегии, в которых есть индикаторы, связанные с ИТС. Допустим, если мы берем ту же Америку, то это обычно на уровне штата, то есть решения, то есть федералы им дают какие-то самые-самые общеконцептуальные видения, такие декларативные, да, вот беспилотники – это хорошо, восклицательный знак, то конкретно это реализация занимается на уровне штата. То же самое Германия, допустим, да, там каждая федеральная земля имеет свой какой-то план, причем начиная там от неокров, заканчивая конкретные вопросы, скажем, вот эти вот датчики, камеры, на чем балансе они будут. Ну и вообще это на самом деле история про, я полностью согласен в этом плане с Антоном, не сколько техническая, не сколько технологическая, хотя это, конечно, тоже аспект, а больше такая организационно-административная в части того, чтобы поженить интересы разных стейкхолдеров, которые имеют очень разные вектора в пространстве принятия решений по развитию транспортной системы. И вот как раз, опять же, если брать опыт Евросоюза, там есть такой формат, это называется Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP, то бишь план устойчивого развития мобильности. Наверное, так это можно перевести. Вот этот документ, он как раз ровно про это, про то, чтобы собрать всех стейкхолдеров, крупный бизнес, малый бизнес, ассоциации какие-то, власть региональную, муниципальную и так далее, посадить их за одним столом и прийти к какому-то консенсусу, как они видят внедрение, в том, ну там в принципе широко про транспорт, но в том числе там обязательный очень важный момент, это именно цифровизация. Вот, ну вот, собственно, наверное, если говорить про международный опыт, то вот так вот. Могу что-нибудь более конкретное рассказать, если интересно. Поскольку я очень много с зарубежными коллегами общаюсь, кто занимается этим. Как зарубежные коллеги нашу ситуацию оценивают? Ну как, есть некоторые общие проблемы, которые вот абсолютно перед всеми одинаковые, которые никто у кого не может подсмотреть правильного ответа, да, списать. Вот тот же самый вопрос, значит, ответственности в случае ДТП с беспилотником. Разные подходы, и, ну, на самом деле, все вот так тыркаются, никто не понимает, как с этим бороться, хотя там есть разные. Вот немцы, допустим, хотят сделать, чтобы это был производитель ответственный, в любом случае. А, допустим, в Китае я слышал о какой-то такой системе, ну, назовем это умное страхование, то есть как бы появляется некий страховой продукт риска попадания в ДТП беспилотника. Вот. И страховщик в тюрьму садится. Ну да, вот тут, ну, тоже очень непонятно. Максимально непонятно, как это может быть решено. Это вот как бы комплекс таких вот нерешенных проблем. И здесь мы иногда можем предлагать какие-то очень интересные и, на самом деле, оригинальные решения. Ну так в целом, конечно, подостаем. Лет так на 5, и, в общем, коллеги так достаточно снисходительно нас смотрят. Есть рейтинг компании KPMG, международный консалтинговый,
помощник, который говорит о, значит, рейтинг стран по степени готовности к восприятию, в первую очередь, беспилотников. Вот там Россия в самом-самом конце. Ну, то есть там чуть-чуть выше, чем Индия и Мексика, но вот в третьем. Простите, меня слышно? Да. А, я просто не знаю, видно меня, слышно. Хорошо. Я просто хотел прокомментировать этот рейтинг. Он, мне кажется, очень странная методология у него. И понятно, что это, ну, такой единственный более-менее авторитетный источник, который рейтинги составляет. Но там очень странная методология. Там, например, сети связи, наличие 4G, 5G, что, ну, не то чтобы напрямую коррелирует с уровнем готовности страны. Тут, на мой взгляд, на наш взгляд, это скорее законодательное регулирование, там умные дороги и инфраструктура. И поэтому Россия там довольно низко. А на первых местах там, если я правильно помню, Норвегия и Голландия, где, да, по крайней мере, в Норвегии пока никто беспилотников на дорогах не видел, в отличие, например, от Аризоны или Массачусетса. Вот, поэтому такой сомнительный рейтинг, вот, но, извините, не могу не заметить. Кстати, я полностью согласен, что там методология абсолютно непрозрачная. Но я как раз отвечал на вопрос, как зарубежные коллеги воспринимают нас. Вот воспринимают. Да, я понимаю, да, согласен. Может быть, там в фокус-группе таксисты были? Нет, там на самом деле там методология такая. То есть там не только опросы, там идет сравнение по инфраструктуре, причем и дорожной, и инфраструктуры связи по каким-то формальным показателям. Значит, опрос тоже есть. Кстати, вот в опросах там население, я не знаю, какую они выборку спрашивали, но соцопрос показал, что как раз очень у нас консервативно и насторожно относятся люди к идее кататься в беспилотах. Значит, прям очень острая тема как раз затронули. Хотелось бы передать полностью слово Андрею, потому что мы с ним созванивались и как раз-таки разговаривали достаточно много об этой проблеме. Спасибо. Вы знаете, я когда выступаю, часто начинаю очень показательного такого слайда. Я без презентации здесь, чтобы не отвлекать время. Он обозначает подход к регулированию новых технологий, но здесь он вообще на 100% попадет. В 1860 году, когда машины еще толком никто на дорогах не видел, британский парламент принял закон. Он называется «Закон красного флага» и вошел в историю как один из самых нелепых законов, потому что они, когда увидели вот эти вот первые машины, они не знали, чего с ними делать. А он мне ничего показывать, извините. И поэтому решили, что пусть перед каждой самодвижущейся повозкой будет идет человек с красным флагом, он предупреждает движение этого чудища. Как следствие, до его отмены в 1895 году британская автопромышленность не развивалась. Ее опередили и мы, и немцы, и все остальные. Мне кажется, вот мы сейчас начали говорить про регулирование. Я как раз буду говорить про регулирование. Вот мы сейчас находимся в той же самой ситуации. Рейтинг КПМГ делается уже 3 года. У него действительно очень коряво оценен уровень развития технологий. В России там занимает вот в свежем рейтинге месячной давности 23 место по уровню технологий, что абсолютно неправда. Но этот рейтинг посвящен внедрению, готовности к страны к внедрению. Ну, то есть, есть ли там необходимое законодательное регулирование, принимают ли беспилотники общество, не кидают ли в них яйцами она, понимаете? Я говорю, причем, заметьте, про беспилотные машины только. И с этой точки зрения Россия занимает справедливо 26 место из 30, потому что с точки зрения регулирования мы реально отстаем, Константин правильно сказал, на 5-6 лет. Мы сейчас находимся с точки зрения регулирования на том месте, где находилась Голландия, лидер рейтинга в 2014 году. Это очень грустно, но приятная новость в том, что по другим видам транспорта, у нас ИТС – это не только машины, Россия сохраняет очень неплохие позиции. РЖД запускает свои беспилотные ласточки, вы слышали это, в Москве в пилотном режиме, но у них очень хорошая технология. С точки зрения водного транспорта, у нас есть очень сильные технологии судовождения, и Россия там один из лидеров в том числе, с точки зрения регулирования, но, может быть, по дронам чуть-чуть посложнее. Я бы хотел остановиться на машинах, потому что касается каждого, это всем интересно, все на машинах ездят. И чтобы показать, что у нас очень низкий, на самом деле, уровень принятия технологий, можно сделать очень простой опрос. Кто когда-нибудь двигался, ездил на беспилотниках? Поднимите руку. 3-4 человека. Потом, а кто их вообще видел? Поднимите руку. Беспилотники на дороге видели? Вот. Очень показательно, что беспилотники в целом все видели, особенно в прошлом году. Помните, на Цыпре кто был, там прямо гоняли. И Яндекс ездил, и ребята из университета, из Лабы Иннополиса запускали. Так вот, вот то, что вы видели, коллеги, вот это все может двигаться в беспилотном режиме. Повторюсь, я показал видео, но
поверьте на слово или просто загуглите. Любая машина Яндекса, Антон, извини, если я сейчас немножко что-то там расскажу лишнего, но, в принципе, любая машина, в принципе, из тех разработок, которые есть на российском рынке, они теоретически могут управляться без наличия человека за рулем. Но российское законодательство таково, что ни одного метра эта машина проехать не может, это будет нарушением правил дорожного движения. По нашим законам двигаться можно только так. Локальный эксперимент в Татарстане, Москве, еще нескольких субъектах. За рулем сидит человек, смотрит на это все. Вот вам и все беспилотники. Собственно, поэтому я вот в продолжение комментария Антона, в этом году крупнейшие компании на этом рынке создали вот этот консорциум. Фарид, вы спрашивали, есть ли у вас что-то кроме автонета. Но вот мы что-то подобное попытались сделать, причем скорее не в противовес, а вместе, наверное, мы с автонетом на связи. Но мы хотим помочь государству сделать необходимое регулирование, потому что выяснилось, даже у таких разных компаний, как Яндекс, КамАЗ, Сбер, Газпромнефть, мы сверялись с газом, с мелкими производителями, небольшими там. У нас у всех одинаковые проблемы. Проблема в том, что регулирование ничего не дает. Вот вы захотите запустить беспилотный караван с вашими грузами в Санкт-Петербург из Москвы? Вы не сможете этого сделать, к сожалению. И в этом отношении мы видим свою ключевую задачу как раз создание регулирования. Что мы сделали? Во-первых, мы представили свое видение плана развития беспилотников по поручению президента, который сейчас готовит в правительстве. Мы представили свое видение постановления 14.15, чтобы немножко расширить условия эксперимента, пересадить человека из-за руля хотя бы на пассажирское сиденье. Ну, это инженер, по сути, будет. Сейчас разрабатывается законопроект по беспилотникам. Мы также там нашли некоторые решения для проблемы ответственности. Очень надеемся, что все это поможет немножко сдвинуться с мертвой точки. А зачем я все это рассказываю? Потому что здесь собрались, по моему представлению, люди, которым интересны ИТС. Нам было бы очень полезно свериться со всеми, кто хочет быть причастным к этой истории, потому что мы, например, элементарно не всех производителей знаем. А понимать, какой уровень технологии, у кого какая боль, было бы очень полезно. Поэтому, если вам это вдруг интересно, там после окончания этой сессии подойдите, будем рады там познакомиться, если мы еще не знакомы. Вот. А зачем это все нужно? Я продемонстрирую одним простым примером. Пока мы с вами здесь депутатствуем и заседаем, на дорогах человека только что умерло 2 человека. А беспилотники не бухают, не читают за рулем, не красятся. Понимаете? Они едят и сокращают человеческий фактор на 90%. Таким образом, если мы какими-то общими усилиями сможем внедрить технологии беспилотного вождения хотя бы на автомобильных дорогах, мы сэкономим порядка 15 тысяч наших жизней. По-моему, очень благая цель. Спасибо. Спасибо большое за такое яркое эмоциональное выступление. Если нет вопросов, хотел бы передать сейчас слово как раз Антону Сергеевичу. Как вы видите и беспилотники, в принципе, как вы смотрите на проблемы развития ТС в целом? Вы знаете, коллеги, я вот сидел, слушал. Я очень много участвовал в последнее время в мероприятиях по цифре. И у меня было совершенно дикое ощущение, что мы все находимся, вот, спикеры, специалисты, общественность, в какой-то состоянии цифровой эйфории. Да, то есть все, вот оно, счастье случилось. Никакого счастья нет, проблем огромное количество, наверное, первая площадка, на которой об этом серьезно стали говорить. Но, на мой взгляд, тут что произошло-то, да? Значит, достаточно узкая отрасль IT, достаточно узкая отрасль телекома, внедряя априори, там, да, по-другому было нельзя, последние 20 лет цифровые технологии ворвались в буквальном смысле в традиционную отрасль. Да, ворвались и начали их крушить. То есть вот, других слов даже подобрать невозможно. То есть достаточно серьезно сложившееся транспортно-логистическое сообщество страны оказалось не то, что не готово, да, к таким трансформациям, а восприняла его, ну, буквально в штыки. То есть технология сейчас превалирует перед здравым смыслом. То есть, да, о чем вот Павел, да, очень ярко продемонстрировал, что вот есть технологическое решение, давайте его внедрять. Как на это посмотрит общество, как на это посмотрят люди, как они это оценят, там никто не мерил. Да? То есть вот перевернулась, да, польза к технологии. Технологическое регулирование не то что отстает, но практически отсутствует. То есть каждый день технологии продвигаются все дальше и дальше. Регулирование как застыло, так и застыло. Ну и тогда это же полбеды. Технологии можно немножко подуспокоить, регуляторику подтянуть. Встает, ну, как на мой взгляд, там, перед всей там, цифровой экономикой, перед всей цифровой трансформацией встает там самый главный вопрос. То есть мы вот сейчас от эйфории, да, к практике, да, но встает такой вопрос ответственности. Ключевой вопрос,
кто, собственно говоря, понесет ответственность за то, что будет происходить. Мы говорим о конкретных, то есть мы сейчас не о эффектах для экономики, а о конкретных судьбах людей. Да? Берем пример там, США. Там человек едет беспилотник, рядом сидит оператор, машина сбивает человека, вся уголовная система страны 2 года решает, что с ним делать, в итоге человек 6 лет грозит. Да? Едет беспилотная Тесла, превышает скорость, приходит штраф, значит, оказалось, что оператор заснул. Кто за это будет отвечать? Разработчики, и возьмем дальше, вот человек с земли, да, Фарид, там, вот он, кто будет отвечать за достаточно серьезно обвязанную отрасль транспорта, обязанную финансово-правовыми отношениями? Есть поставщики, есть производители, есть перевозчики, есть экспедитор. Это такая большая экосистема, она очень давно работает, давно сложилась. Кто будет отвечать за, когда беспилотный фур перегородит трассу Москва-Санкт-Петербург, грузы не доедут, кто будет отвечать? Производитель программного обеспечения, производитель автомобиля, может быть, элементы ИТС ответят, кто их внедрял. Нет ответов на эти вопросы. И, к сожалению, да, об этом даже боятся говорить, даже на форумах профессиональных это не обсуждается. То есть все говорят про технологии, все говорят о том, какие рейтинги, какие места мы там занимаем, о том, что все это для людей, и нужно это все очень серьезно. Ну, то есть, чтобы не пройти историю про красный флаг, ведь чем все закончится-то? Да? Появится закон про красный флаг, да? То есть, что технологии не могут превалировать над человеческими жизнями, поэтому все как бы надо остановить. На вопрос этики тоже не рассматривается, в принципе, как хотя бы вот там уверен, что к вопросу этического обоснования беспилотных автомобилей неплохо было бы там подойти правильно, да, то есть что делать программному обеспечению, как ему выбирать, куда, собственно, сворачивать, если он неизбежно столкновение, что ему выбирать, группу людей пожилого возраста или маму с ребенком, с коляской. Ну, то есть вопросов масса, да, технологически. Я вот на 100% уверен, что мы вообще готовы хоть завтра. Вот завтра подписывают закон, что беспилотники, и все поехали. Особенно это в части такси, там вот вопросов никаких нет. Мне кажется, вот эта этическая правовая нормативная дыра, в которой мы все оказались, она не про технологии совсем. Технологии у нас хорошие, у нас все хорошо. Я вот совершенно не согласен с тем рейтингом KPMG. Вот, я, например, абсолютно уверен, что с точки зрения технологий мы гораздо выше. А вот с готовности к внедрению этих технологий мы находимся действительно где-то в последнем месте. И я, кстати, совершенно не разделяю эйфорию американцев и китайцев, которые расширяют возможности технологии. Они стандарты расширяют, да, то есть они сейчас фактически что делают? Они совершают там очередную технологическую революцию, очередной технологический уклад, загоняя всех под свои стандарты. Они что, просто так эту проблему нормативки решают? Да нет, конечно. Они пытаются стать мировыми лидерами, да, загнать нас всех под свои стандарты. А мы с точки зрения стандартов ничего не делаем. То есть, да, у нас есть там Автонет, у нас есть наша ассоциация, у нас есть консорциумы. То есть я к чему все говорю? Действительно, я с Фаридом совершенно согласен, нужна какая-то площадка, когда пора уже всем объединяться. Технологам с транспортниками, производителями с производителями программного обеспечения. Ну, вот у нас есть представитель Ростелекома, есть Антон на связи от Яндекса. Вот вы одни из учредителей ОНО «Цифровая экономика». Да, много, вот уже год мы, наверное, говорим о том, что при ОНО «Цифровая экономика» нужна отраслевая группа транспортная. Как самая, наверное, прогрессивная сейчас готовая к революции, да, но нужен диалог всех со всеми. К сожалению, по-другому не получится. Нельзя взять и залидировать с точки зрения даже столь уважаемых, там, не будем называть российским, Сбер. Да? Нельзя взять и залидировать везде, да, потому что мы Сбер. Так не бывает. Есть интересы, есть производство, есть сложившиеся финансово-экономические цепочки. Этот момент, он, к сожалению, там совершенно не отрегулирован. То есть сейчас происходит так, кто на хайпе впереди, да, тот молодец, да, а кто вот сзади чуть-чуть остался, там, он останется у разбитого корыта. Ну, к сожалению, да, вот оно исторически так. Немножко эмоционально, но я реально, то есть все, что я хотел там сказать, все люди сказали. То есть у меня исключительно эмоциональный окрас такой получился. Но то, что мы видим, да, это правда. Да, пора переходить там от эйфории, ну, каким-то практическим действием, иначе действительно там уже не на 5 лет отстанем, там, а гораздо дальше. Вот, поэтому ответственность, нормативное регулирование, более прогрессивный, наверное, какой-то диалог с людьми, все получится, но не быстро. Я тоже с этим согласен, и если
беспилотники вот в режиме с оператором, они, конечно, поедут, то широкое применение – это вопрос очень, очень долгой перспективы. То есть, опять же, исходя из того, что я сказал. Спасибо большое. А можно поспорить? Антон, с вами всегда. Прекрасно. А то, чтобы не были конференции, где их пытают про ответственность, например. Вот. Я просто не совсем согласен с примерами, которые вы привели. По-моему, они как раз предельно банальны. Значит, водитель, страхующий инженер, отвлекся, сбил велосипедиста. Однозначно виноват страхующий инженер. Ровно так же было бы и в России. Если страхующий инженер отвлекается, когда автомобиль едет, неважно даже в каком режиме, ручном или автономном. А то, что долго длятся разбирательства, ну, это, наверное, вопрос к американской судебной системе. Но там не было особых вопросов, по-моему, к вине. А по поводу Теслы, когда водитель заснул и включил автономный режим, ну, тут абсолютно ровно то же самое. У меня сейчас там автомобиль довольно современный, который может ехать там в режиме умного круиз-контроля. Если я включу скорость и засну, вот, и там апельсином прижму руль, чтобы он думал, что я руки держу на руле, но очевидно, я буду виноват. Ровно так же и в Тесле. То есть, если ты заснул и включил автопилот, ну, конечно же, ты будешь виноват. Вот. А что касается перегородившей фуры, тут, мне кажется, тоже ответ довольно, довольно понятный. А если фура двигалась в автоматическом режиме, то, наверное, за это будет ответственность субсидиарная владельца флота и оператора флота, и, если расследование установит, разработчика. И в конце я бы хотел сказать, что тут, по-моему, ситуация зеркальная с авиационной промышленностью, с областью авиационной безопасности. То есть, если случается авиакатастрофа, всегда происходит расследование, и всегда, в любом случае, оно устанавливает виновных. Это может быть инженер, который лопатку турбины не почистил, это может быть пилот, который отвлекся, диспетчер, ну, много-много-много разных вариантов. Но человечество смогло выработать эти правила. И я уверен, что мы готовы, и в целом законодательная база позволяет это делать для автономных автомобилей тоже. Вот, спасибо. У нас, кстати, есть концепция, которая на нас это объясняет. Могу с вами поделиться. Спасибо, Антон. Ну, осталось теперь за малым прописать все в КУАП, пройти комитеты Государственной Думы, потом Совет Федерации. И... Ну... У нас пока, если план, который мы все предлагаем, примут, то, в общем-то, на горизонте 4 лет нам будет понятно, что надо делать. И это как бы не бинарно происходит, да, это не то, чтобы вот сейчас мы ездим с водителем такси, а вот завтра мы щелкнули пальцами, и все поехали в беспилотниках без человека с красным флажком. Но все-таки это там постепенно, и президент тоже говорит о поэтапном переходе. Вот, ну, будет прописан этап, надеюсь, что года за 3-4, может быть, и быстрее, мы законодательную базу сможем изменить. Спасибо большое. Мне вот тут очень нравится, когда возникает все-таки живая дискуссия. Сейчас хотелось бы уйти в сторону беспилотных автомобилей, собственно, к самой инфраструктуре. И хотелось бы дать слово Андрею. Да, коллеги, здравствуйте. Действительно, хотел бы поговорить о переходе с какого-то уровня международного и будущего от беспилотного транспорта к проблематике регионов. Вот. Мы, компания Urbantech, работаем в Москве и Московской области, вот, и мы являемся крупнейшей концессией по фото-видеофиксации по безопасному региону Московской области. Там реализуем несколько проектов ИТС Московской области, вот, и поэтому, в принципе, понимаем проблематику конкретного региона, в котором мы оперируем, вот, и поэтому хотели поделиться тем опытом, который у нас есть, и той прикладной проблематикой, которая есть в данном конкретном регионе. Но, если позволите, у нас короткая такая презентация. Я не буду долго останавливаться на там слайде, что такое ИТС. Скажу лишь, что для нас и для Московской области он очень простой. Это датчики сбора данных, это платформа, которая эти данные интегрирует, и это конкретные модули. В нашем случае это парковочные пространства, фото-видеофиксация, транспортное планирование и РНИС, которые, соответственно, с этой платформой обмениваются. Вот. И в нашем понимании, на самом деле, вот коллега из Ростелекома сказал, что проблем с датчиками и со сбором данных нет. Ну, на самом деле, всегда есть поле для развития.
И я бы по этой теме сказал бы две вещи. Но первое, в нашем понимании, камера, которая есть сейчас и которая фиксирует только правонарушение, допустим, эта же камера, по идее, может быть и детектором транспорта, эта же камера может отслеживать инциденты, связанные с безопасностью, да, эта же камера, эта камера фактически должна быть многофункциональная, она должна быть энергоэффективной, чтобы эту камеру можно было повесить и без необходимости подключения там, электричества на сменных батареях и так далее. Да? Вот, поэтому всегда есть поле для развития в этой части. И вот как пример там, сбора данных, да, мы сейчас в Москве реализуем проект по фактически цифровизации всей дорожно-транспортной инфраструктуры. Ну, фактически это машина, которая является, сочетает в себе такой стек технологий. Это лидарная съемка, фотограмметрия, цифровое зрение, создание облака точек и дальнейшее уже получение, так сказать, идентификации объектов. Вот. И за счет такого оборудования мы фактически создаем цифровой двойник дороги, что получает Москва и область. Ну, первое, для них это инвентаризация. Да, как бы второе, там, для них это возможность создавать цифровые документы, такие как правила организации дорожного движения, комплексные схемы организации транспорта. Вот. Ну и дальше вот мы как раз с коллегами из Нижнего Новгорода общались. Вот актуальная проблема, допустим, контроля дизайн-кода. Да, то есть насколько вывески, рекламные носители, как они висят на городе. То есть применение, опять-таки, одной единицы измерения для разных зон и разных областей, мне кажется, это такой тренд, который надо учитывать. Вот. Еще, ну, так как мы выходцы из безопасности, сейчас я попробую. Да, так как мы выходцы из систем безопасности, то мы начали продвигать в Московской области концепцию, что штрафами, собственно говоря, штрафами смертности и аварийности только не снизить, да, необходимо там планировать превентивную инфраструктуру, которая на самом деле будет снижать и изменять поведение водителей, пешеходов. Ну вот одним из элементов это развертывание умного перехода как альтернативно светофору. Фактически мы провели, сделали несколько внедрений в Новой Москве. У нас очень хорошие результаты. На 10 километров снижение скорости проезда. И фактически в два раза увеличилось количество пропусков пешеходов. И на самом деле это, конечно, там, если переводить из цифр в жизнь, это на самом деле, ну, огромное значение имеет. И по большому счету так штрафами особо эту проблему не решить. Вот. Если переходить к ИТС как таковому, то мы на самом деле понимаем, что все под ИТС понимают систему управления дорожным движением прежде всего. Но для нас это в том числе планирование и аналитика. Вот. И мне кажется, что данные, которые собирает платформа, да, прежде всего нужны для интеграции в бизнес-процессы транспортного и городского планирования, с одной стороны, с другой стороны, для аналитики. Ну вот как один из примеров, это аналитический модуль, который позволяет анализировать эффективность маршрутной сети общественного транспорта. Используются разные виды данных, и открытые данные, и данные с валидаторов, и данные с общественного транспорта GPS GLONASS. Вот. Фактически данная система позволяет интегрированно оценить, насколько общественный транспорт доступен, насколько он покрывает все основные точки социального притяжения, вот, а также позволяет моделировать тот или иной маршрут, насколько он удовлетворит заданным критериям. Как там еще один пример аналитики, которую мы делаем, это аналитика мер по смертности и аварийности. То есть, по нашему пониманию, необходимо давать городу, региону инструмент для планирования мер по снижению смертности и аварийности. И опять-таки, это не только камеры,
это лежачие полицейские, это светофоры, да, как бы достаточно много на самом деле инструментария. Вопрос, что в данном конкретном случае применимо и сколько это стоит. Да, вот. Поэтому такой аналитический модуль, в принципе, позволяет с одной стороны, прогнозировать очаги аварийности, то есть давать превентивную уже картинку для чиновников, отвечающих за безопасность, куда и какие меры ставить и внедрять. Вот. И если говорить опять-таки об аналитике и опять-таки о нашем концепте, это максимальное использование уже существующей инфраструктуры. Это вот технология, которая позволяет из камер фото-видеофиксации, которые уже установлены и там контролируют правонарушения, вынимать инциденты. То есть там в настоящий момент мы там более 12 инцидентов можем вынимать из камеры фото-видеофиксации. Это и неработающий светофор, это посторонний предмет на проезжей части, встречка, необычное скопление людей там, и так далее. Да? Вот. И таким образом, полезная эффективность оборудования, она увеличивается. Вообще у нас как бы в целом есть идеология того, что ИТС это не про капекс, это про все-таки про софт, да, как бы вот. И на самом деле необходимо все-таки максимально использовать те капложения, оптику, камеры, то, что уже есть, да. Вот. Я там, наверное, сейчас там завершу там наш ну как бы там то, чем мы делимся. Вот мы сделали в Красногорске. Внедрили интеграционную платформу, и вот коллеги спрашивали, какие KPI есть для ИТС. Вот в нашем случае KPI – это интенсивность трафика, в нашем случае KPI – это снижение количества ДТП, в нашем случае KPI – это регулярность движения общественного транспорта. Вот такие конкретные вещи, которые можно померить и измерить, за которые в целом, наверное, руководители регионов готовы и могут выделять бюджеты, потому что субсидиями развитие ИТС не покроешь, нужны в том числе и бюджетные деньги тоже, да, региональные. Вот. Ну, собственно говоря, вот в Красногорске разворачивание такой системы стоило, скажу откровенно, несколько десятков миллионов рублей. Это не сотни, не миллиарды, да, как бы это на самом деле очень понятные деньги. Фактически мы взяли все камеры фото-видеофиксации, дорожные контроллеры, дополнительно оснастили датчиками трафика, все это запитали в интеграционную платформу. В итоге данные, которые у нас появились в этой платформе, они позволяют, с одной стороны, строить тот же грузовой каркас. Ну, для Московской области это большая головная боль. То есть как построить схемы объезда грузового транспорта вокруг городов. Да? Полезное, конкретное полезное использование. С другой стороны, построить те планы координации, которые эту трафик интенсивность увеличат. Ну и вот у нас есть, там, наверное, плохо читается, но я на самом деле скажу, вот как мы видим ИТС. Первое, там, в нашем понимании ИТС – это прежде всего открытая архитектура. То есть ИТС и должна быть интегрирована с любым видом периферийного оборудования. Не надо плодить капекс, не надо заменять контроллеры, не надо перевешивать камеры, да, как бы надо использовать то, что есть. Да, как бы это раз, да. Второе, для нас ИТС – это прежде всего фокус на планировании и на аналитике, да, то, чего на самом деле не хватает. Да, как бы. Для нас ИТС – это переход от какого-то тактического реагирования управления дорожным движением на сценарное управление. Да? Вот. Ну и я уже сказал, там, для нас ИТС – это многофункциональность устройств, чтобы можно было его использовать максимально полно. Вот. Заканчивая свою часть доклада, мы не видим запроса на беспилотные, а высокоавтоматизированные транспортные средства. Извините, пожалуйста, в регионах, да, вот, мы, от слова совсем, да, вот, то, что мы видим из нового, это V2X, вот, это технология, там, непрерывной передачи данных от транспортного средства на инфраструктуру, вот, у этой технологии перспективы, по нашему мнению, есть, вот, и прежде всего в приоритизации общественного транспорта, спецтранспорта, да, то есть, опять-таки,
Ну, мой тезис за то, что давайте искать какую-то полезность, которую может уважаемый там, руководитель региона может на самом деле получить и конкретно показать ну, там, своим жителям. Вот. Я, наверное, свой доклад закончил. Извините за то, что опустился в какие-то детали. Спасибо большое. Спасибо большое. Когда мы говорим про ТС, действительно, это не только беспилотный автомобиль, но это еще некоторые решения для общественного транспорта. И поэтому хочу передать слово Михаилу Казакову. Мария, спасибо. И спасибо Андрею за то, что сделал такой мостик от ближайшего будущего, пятилетнего, в общем-то, к нашим реалиям, которые мы видим. С точки зрения обсуждения зарубежного опыта, я могу сказать, что те решения, которые сейчас существуют на российском рынке, они, в общем-то, находятся в мировом тренде с точки зрения систем безналичной оплаты на общественном транспорте, навигации и диспетчеризации. Поскольку, в общем-то, удалось до пандемии побывать на форуме в Лондоне транспортных операторов, каким мы являемся в ряде субъектов, вот, то, в общем-то, вижу, что мы не отстаем, наоборот, мы, в общем-то, как бы в каких-то даже отраслях преуспеваем. Вкратце о нашей компании. Мы, являясь неотъемлемой частью Сбербанка, в общем-то, являемся, по сути, не только транспортным оператором, но и некой транспортной платформой, которая, в общем-то, начинала свой путь с 2014 года с Московской области. И именно с системы безналичной оплаты на общественном транспорте. Собственно говоря, вот с 2014 года до текущих моментов, по сути, мы перепробовали все, мы изменились, причем неоднократно. И, в общем-то, начиная от, скажем так, сотрудничества и продолжая со всеми вендорами, которые существуют на российском рынке, мы пришли к пониманию, что, в общем-то, необходимо создавать свой продукт. Свой продукт – это система оплаты общественном транспорте, которая позволяет, в общем-то, переводить выручку из серой зоны в белую, что позволяет, в общем-то, органам госуправления анализировать маршрутную деятельность, делать транспортные средства и их движения удобными для граждан, ну и плюс к этому позволяет проводить всецело модернизацию не только транспортных средств, но и транспортной инфраструктуры, включая умные остановки и так далее и тому подобное. С тех пор, в общем-то, ну, многое изменилось. Первый проект – это Московская область, это проект «Стрелка». Это более 12 тысяч транспортных средств, подключенные к одной системе. Это оплата транспортными картами, банковскими картами. И, соответственно, совместно с Министерством транспорта это модернизация и создание различных модулей, которые стояли рядом и стоят рядом с системой оплаты. Это модуль, опять-таки же, который совместно с коллегами позволяет анализировать загруженность маршрутов. Это модуль, который позволяет, в общем-то, следить за транспортной работой. Это модуль, который позволяет, в общем-то, четко реагировать на просадку выручки и принимать определенные решения для того, чтобы это нивелировать. И, в общем-то, в конце мы пришли в том числе и к интеграции, и к созданию своего навигационного модуля, который бы парсил данные из двух основных систем. Собственно говоря, наш первый собственный проект – это Тверь, которую Сбербанк мы организовали вместе с Внешэкономбанком. Проект был при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. Там уже с точки зрения начала не только платежная дисциплина, не только навигационная и система безопасности были объединены в один контур на единой платформе. Ну и, в общем-то, вместе были проделаны необходимые работы по видоизменению самой системы. Переход на брутоконтракты, переход на, в общем-то, модернизацию как транспортных средств, так и транспортной инфраструктуры. На этом мы не остановились. Сейчас совместно с московским метрополитеном мы, в общем-то, будем реализовывать историю роуминга транспортных карт. Люди, владея московской картой «Тройка», смогут, в общем, также ее использовать в других регионах. И наоборот, люди других регионов смогут пользоваться ей в Москве. Вот. Но исходя из нашего опыта и, в принципе, вот, тематики дискуссии, на чем бы хотел остановиться. Есть много решений.
кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то развивается, кто-то, наоборот, отстает. У кого-то акционеры уже находятся не в российской юрисдикции, у кого-то, в общем-то, как бы продолжают быть российскими на 100%. Кто-то успевает с потребностями региона и транспортной инфраструктуры, кто-то не успевает. Мы пришли к тому мнению, что, в общем-то, ну, как-то конкурировать бессмысленно, учитывая, опять-таки же, региональный фактор и возможности, которые открываются. И вот, как Павел Шиляев, в принципе, сказал, мы исповедуем некую открытость, но для этой открытости мы поняли, что вот это лоскутное одеяло решений, его, в принципе, неплохо как бы объединить. И мы считаем, что должен быть, как, конечно, какой-то организационный клей для всех этих участников. В общем-то, клей, который позволит интегрироваться в единую систему, у органов госуправления будет единое доверие к этой объединенной некой инфраструктуре, возможно, многоплатформенной. Но, тем не менее, как бы какие-то стандарты у отрасли должны появиться, чтобы, в общем, при заходе в тот или иной регион можно было не спорить, чье решение лучше, или вставать в очередь с коллегами там, из 30 человек, показывать наше лучшее решение, ваше лучшее решение. Но какие-то стандарты вот на федеральном уровне позволяли бы всем взаимно интегрироваться. И если субъекты, как это сейчас в принципе тоже достаточно такая тема популярная, дружат друг с другом, то, в общем-то, как бы решения должны, в общем-то, и соответствуя этим стандартам, позволять обмениваться данными этим системам. Ну и плюс к этому, соответственно, есть задача подружить, там, допустим, тройку с другим субъектом со стрелкой или стрелку, там допустим, ну, с карты «Волга». Вот. Ну, пожалуйста, но главное, чтобы все решения так или иначе соответствовали этим стандартам. Вот эту тематику мы, в принципе, сейчас пытаемся каким-то образом вынести на уровень регулирования и, соответственно, уже перейти к полноценной, как мы считаем, мультимодальности. Потому что сейчас МАС, такая тема, она, в общем-то, очень модная, все ее понимают по-разному. Ну, взять там, допустим, другие банки, МАС – это вот ограниченный как бы клиент, два клиента, которые находятся на эквайринге у одного банка, и все, вот весь как бы МАС. Мы, когда говорим о мультимодальности, мы имеем в виду, что это некая система, которая объединяет двух и более игроков на рынке и, в общем-то, позволяет различным финансовым институтам и нефинансовым институтам участвовать в этой программе и обмениваться полноценными данными. Вот, собственно говоря, к этому регулированию практическому мы сейчас подошли. Поскольку сами мы присутствуем более в 110 городах, в общем-то, все равно вот постоянное, как бы, ну, провелся конкурс, выиграл участник номера. Через год или два, на что договор был, побеждает там игрок номер Б. Ну, даже для перехода или, по крайней мере, для того, чтобы остаться и не участвовать там, допустим, если были бы единые стандарты, то, мне кажется, отрасли было бы легче с точки зрения именно технологических и организационных моментов. Спасибо. Можно вопрос? Михаил, вот вы упомянули проект в Твери, да? Насколько я понимаю, там общая идея – это создание такого де-факто единого городского оператора транспорта. Вот, и вопрос состоит в следующем. Насколько вы считаете, ваш успех в Твери может быть реплицирован в регионах? Насколько есть сила сопротивления, да, вот, к такого рода организации, да, как бы там подхода? И второй вопрос. Считаете ли вы, что такого рода городской оператор может быть фактически заказчиком системы ИТС и может быть тоже ее оператором? Либо это все-таки прерогатива региональной власти? Ну, здесь на самом деле как бы тверской опыт вообще в принципе как бы такой необычный, потому что, ну, впервые как бы был, в общем-то, сформирован комплекс. Ну, скажу так, что вот из 110 городов где-то я являюсь транспортным, наша компания является транспортным оператором, где-то провайдером, где-то, собственно говоря, поставщиком решения. Собственно говоря, в случае как бы Твери я могу сказать, что тверским органам госуправления совместно как бы
с партнером, а оператор там это, в общем-то, как бы был при участии Трансмашхолдинга создан, удалось на единую платформу, в общем-то, занести всех вендоров, которые на текущий момент как бы существуют. То есть это платежная часть, это навигационная диспетчеризация, плюс это система навигации. Вот для нас, собственно говоря, было очень удобно, что организатор взял на себя многие проблемы организационного характера. В принципе, с точки зрения, опять-таки же, процесса по переходу на брутоконтракты, поскольку это был такой первый как бы региональный переход и изменению схемы работы с точки зрения выручки, мы увидели, что, в общем-то, это неплохая история для дальнейшего регионального развития, и надеемся, что с коллегами дальше, в общем-то, тоже будем в этой части развиваться. Мне просто кажется, что вот есть некая перспектива, кто-то говорил, что доходов нету, да, в ВТСах. Вот, на самом деле, там, один из, ну, для нас социально-экономических эффектов ВТС, то, что начинает ездить общественный транспорт. Он начинает ездить по расписанию, да, как бы создается какая-то приоритизация, да, вот, и таким образом увеличивается пассажиропоток, да, на самом деле оптимизируются расходы эксплуатационные. И в этом контексте, возможно, как раз такого рода оператор мог бы стать, ну, одним из, так сказать, со-заказчиков уже интеллектуально-транспортных систем, в том числе в части систем управления дорожным движением, да, как бы в части аналитических систем по маршрутизации, по транспортному планированию. Вот какие у вас мысли на эту тему? Ну, здесь могу так сказать, что решение нам нравится, вот, но мы достаточно гибкие, и, в общем-то, мы развиваемся не только в этом направлении, но и во всех остальных. С точки зрения как бы опыта Тверского у коллег, безусловно, это успех. Пока, в общем-то, в данном субъекте возможно масштабирование. Здесь не только сокращение затрат было, но и увеличение выручки, о которой я сказал. Потому что, в общем-то, интеграция нескольких систем, я имею в виду одновременно платежные функции, навигационные и, в общем-то, видеофиксации и так далее, они, в общем-то, позволяют увеличивать как раз выручку предприятия, и, в общем-то, за счет этого увеличения отчасти происходит модернизация самих транспортных средств и транспортной инфраструктуры. Поэтому в этом направлении, в принципе, ну, безусловно, как бы есть успех. Если позволите, продолжу отвечать на вопрос Андрея, поделюсь нашим опытом, хотя мы и находимся в стадии реализации, становления еще, нежели как эта Тверь. Первая отличительная особенность, что мы реализуем вот эту всю модель в рамках некой транспортной агломерации, когда не только в рамках одного города, муниципалитета, а в рамках восьми. И на сегодняшний день мы подняли полномочия по восьми муниципальным образованиям, по муниципальным маршрутам в регион. На сегодняшний день у нас есть единый заказчик. Это государственное казенное учреждение ЦБДД в части транспортной работы. И также этот заказчик будет являться заказчиком интеллектуальных транспортных систем. Поэтому у нас, в принципе, это единый субъект подведомственного учреждения Минтранса Нижегородской области, который будет реализовывать эти два процесса. И также мы сейчас формируем финансовую модель экономическую по брутоконтрактам. У нас есть только в Нижнем Новгороде это более 90 регулируемых тарифов, по которым мы с 2021 года переходим на брутосистему. И нам интересны будут и предложения в плане реализации вот этого механизма по сбору и контролю платежей и поступлений их в региональный бюджет, но и соответствующие технические решения по контролю и учету пассажиров. Спасибо. Здесь, в общем-то, хотел добавить тоже коллегу Андрею. С точки зрения истории, она как бы сейчас масштабируется практически во всех субъектах. Просто сейчас уже речь идет о неком объединении в рамках уже не одного субъекта, а большего количества субъектов. И вот мне кажется, когда я говорил про регулирование субъекты, сейчас, ну, могу сказать, что практически все научились с точки зрения как бы регулирования, принятия нормативки необходимой и операционной работы. Но вот сейчас, когда если мы шагаем в сторону уже выхода на федеральный уровень, то здесь, конечно, нужна будет поддержка именно всех игроков на рынке, чтобы вынести эту историю с регионального на федеральный уровень. Я прям кратко добавлю, так как про денежный поток говорил я, что там его нет.
На самом деле от ИТС, ну, вначале перевозчика денег, конечно, больше не станет, и он придет и скажет, дайте тариф поднимем. Да, то есть это очень такая скользкая дорога, по которой можно аккуратно идти. Она обсуждалась уже, я думаю, что Михаил, наверное, эту тему знает лучше нас всех, про дифференциацию платежей, как отпираются, да, потому что там наличка есть у перевозчиков и прочее. Но платить с тарифа на перевозку за ИТС, боюсь, это такая очень опасный путь. Потому что платить придется нам всем в итоге за нее. Ну, приезжать перестали. Это было в 2014 году. Спасибо большое. Хотелось бы передать как раз слово Михаилу. Расскажите о своем взгляде на ИТС, о тех проблемах, которые коллеги, стоят. Коллеги, спасибо. Такая честь, по большому счету, закрывать уже эту сессию, я так правильно понимаю? Ну, почти. У нас еще вопросы. По крайней мере, я последний, есть. Да, пока вот слово мне не давали. Значит, если тематика звучит как баланс между государством и бизнесом, я бы ее, может быть, немножко по-другому повернул, сказал, что тут есть дисбаланс. Он есть, собственно, и у перевозчиков с государством, и у компаний, которые предлагают свои решения в области ИТС. И вот этот вот хайп, я услышал это слово, я с ним полностью согласен, Антон, да, который породил федеральный регулятор и федерация как таковая, подвесив морковку в виде денег для регионов, создал ситуацию на рынке достаточно, ну, странную. То есть если до этого там транспортные инженеры и моделисты занимались своей задачей, разрабатывая ПКРТ XOT, компании другие занимались там внедрением IT-систем, на транспорте, то сейчас все это выглядит как некий единый блок. То есть государство, с одной стороны, дало и стимул, и регуляторику, а с другой стороны, поставило, по моему скромному мнению, телегу впереди лошади. То есть вот указанный ЕПУЦ, он отсутствует на рынке, это факт. И все компании, кто там на рынке представлен, мы одна из них, да, кто разрабатывает платформу ИТС. И спасибо, сегодня был очень интересный опыт коллеги по Московской области. Мы смотрим на этот вопрос аналогичным образом и считаем, что зачастую нереализованные возможности по интеграции как раз на софтверном уровне, они несут достаточно большую ценность. Так вот, говоря о дисбалансе, почему-то сегодня обсуждали тему с пассажирским транспортом, но никто не сказал о том, что в СМИ прошла новость, я не знаю, как к ней относиться, там она была и на «Медузе», и на федеральных каналах, по поводу идеи о внедрении бесплатного транспорта, да, общественного для всей страны. То есть, с одной стороны, идея интересная и понятная, с другой стороны, непонятная совсем. То есть, вот что будет делать там Михаил Казаков, я не очень понимаю, вот в этой концепции, да, как система ОСОП. Вот с этой точки зрения я хотел бы коллегам как раз задать вопрос. А вы вообще эту инициативу анализировали, думали, что будет с этим? Потому что это, очевидно, несет нагрузку достаточно большую на контроль ПТОП, ну, пассажирского транспорта, потому что будут оплаты из бюджета. А с другой стороны, это немножко подрежет крылья. Ну, Михаил, в части обсуждения перспективы бесплатного транспорта я, наверное, не буду, потому что считаю ее преждевременной. Вот, возможно, коллеги имели в виду некую монетизацию льгот, и, собственно говоря, вокруг этого именно полемика велась. Учитывая то, что, в общем-то, мы чуть-чуть отошли в сторону от транспортной принадлежности, в сторону льгот, там, допустим, в Калининграде у нас в апреле во время пандемии стартовал проект, мы использовали, по сути, транспортную платформу, но помогли там коллегам из администрации выдать помощь адресную и проконтролировать целевое использование этой помощи как бы людьми. И поскольку параллельно с этим идет полемика о монетизации федеральных льгот, возможно, здесь именно коллеги имели в виду, что те слои, которые социально не защищены, возможно, будут получать какую-то вполне конкретную материальную помощь для проезда на общественном транспорте. Пока, с точки зрения именно слова вот бесплатно, как бы применимо ко всей транспортной инфраструктуре, но, скажем так, возможно, это светлое будущее, но далекое. 25-го года, как озвучивают Минтранс. 35-го? 35-го, да, прошу прощения, 35-го года, да. То есть ты тоже знакома с этой инициативой?
Просто мне кажется, я, конечно, может быть, от того, что мы не задействованы там в беспилотном транспорте, поэтому для нас это не столь живая и актуальная тематика, как это обсуждалось сегодня. Все больше там о земных насущных проблемах регионов там, да, по части реализации ИТС. Как-то вот об этом больше голова болит. Ну, спасибо, мнение я ваше услышал, да. Значит, что хотелось бы заметить, опять же говоря, о дисбалансе, о тех вызовах, которые вот денежные возможности, которые дает федерация, эта морковка подсветила перед рынком. То есть очевидно, если глядеть на архитектуру ИТС в том виде, в котором она есть сейчас, а мы сегодня обсуждали порядка там, 4 всего подсистем, а с УДД, которые многие до сих пор ассоциируют исконно с ИТС, это далеко не так. Там, да, очень много времени посвятили беспилотному транспорту. Есть и другие задачи, связанные там, с цифровым двойником, с транспортным моделированием, с тем же пресловутым ЕПУЦом, который отсутствует, да, на рынке. И больше вопрос к производителям, да, вот как, коллега, к вам, да, вопрос по поводу, как вы относитесь к тем вызовам, которые ИТС, с одной стороны, поставил перед рынком, с другой стороны, оставил регион с неким дефрагментированным, дефрагментированными подрядчиками. То есть есть транспортные консалтеры, которые должны, по идее, выполнить эту работу и сказать, где конкретно какие элементы ИТС должны стоять. Да? Ведь это работа не айтишников с айтишниками. Это работа, по идее, с департаментом транспорта. Со многими регионами наша, например, скромная практика говорит о том, что нам приходится общаться с ДИТОМ. ДИТОМ, который пытается вникнуть в задачи транспорта и рассматривает он их совсем под другим углом. И вот это в пику как раз тематики «давайте соберемся все и обсудим, что такое ИТС и как мы его будем внедрять». Там многие разговаривают на разных языках друг с другом. То есть мне кажется, что вот идея о создании вот некого профессионального сообщества, которое будет вырабатывать идеи, она хороша. Но мне кажется, что чуть-чуть раньше, чем это было бы нужно, федерация подвесила эту морковку. Хотя бы дала бы требования, хотя бы определила бы ряд игроков, хотя бы определила бы вот этот пресловутый ЕПУЦ, потому что АСУТК, он совсем о другом все-таки, да, он должен получать данные с регионов. Его, кстати, кто-нибудь видел в глаза? Вот, видели, да? Окей. Будет получать? Будет, хорошо. Только нужны ЕПУЦы, да, региональные? Просто не в том будет или не будет, что делать с этим. А что делать с этим, да, хороший вопрос. Ну, есть масса примеров и хороших систем, которые в СУТК передают данные. Ну, собственно, вопрос составления отчетности по этим данным сваливается опять в компанию-оператор. То есть передавай, не передавай. Если у тебя нет постановки задач, что с этими данными делать, ты можешь хоть из 300 ИТС передавать данные, то что с ним делать-то будешь? Ну, то есть, если подводя как бы мою мысль к некому логическому тезису, то мне кажется, что вот тот вызов, который есть сейчас перед профессиональным сообществом, он говорит о том, что нужно, и здесь я согласен, да, объединить транспортную экспертизу, экспертизу производителей оборудования ИТС. Да, то есть эти ребята живут вообще отдельным миром. Есть у нас множество заводов, там, в том же кластере Ростеха, да, которые производят светофорные объекты, производят контроллеры, которые не понимают, как это на практике должно быть использовано. Да, то есть, а это существующее производство. И, собственно, компании-разработчики ИТС-платформ. Вот здесь, я уж не знаю, насколько это компетенция, там, оно, цифровые технологии, там, да? А? Цифровая экономика, да. Значит, но свою готовность участия в этой инициативе мы там со своей стороны тоже готовы проявить. Потому что такую потребность мы видим, и она очевидна. Я думаю, что и вы с ней тоже встречаетесь. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть еще вопросы из зала, насколько я знаю. Спасибо, коллеги. Владимир Малыгин, Теле2, развитие больших данных. У меня вопрос, наверное, будет в сторону вот Константина Трофименко и хозяина зала в неком роде Артема Бафанова. Но мы здесь видим, что мы поговорили о том, что с одной стороны у нас фура на трассе Ленинградки может быть, с другой стороны могут быть трассы заделаны камерами, датчиками и так далее.
С другой стороны, это все, конечно, разные стороны одной и той же медали. Понятно, что камеры хороши, но они, наверное, по бюджетам будут несопоставимы с многими другими решениями, которые даже для фур будут дороги. Например, там, я не знаю, там большие данные, которыми мы занимаемся, они будут давать что-то менее претензионное, чем камеры, но несопоставимое по затратам с ними. И хотелось бы на самом деле спросить вот что. У Константина, который говорил о том, что он хорошо знает, что есть за рубежом и что есть вот в России, хотелось бы вопрос следующий. Аналогичный вопрос в сторону Артема, как хозяина региона, где мы находимся. Вот с точки зрения информационных транспортных систем, вот вы, Константин, с точки зрения России, вот где, в каком регионе, ну приведите пример, например, в каком регионе вы видите, что добились какого-то значимого результата в этом направлении? Ну понятно, что у нас там 6 лет до Норвегии или там до Голландии, но все-таки вот где мы, вот где что-то получилось? И какой следующий шаг тогда на основании того, что получилось? И на самом деле то же самое, вот, например, если мы в Нижнем, да, понятно, что вот Павел говорил, цифровая остановка, а мы с Ростелеком много работаем совместно, все, у нас там куча пересечений. Вот. Но это что? Это цифровая остановка, тот самый результат, который добились. И вот вы упоминали оплату, да? А это следующий шаг или что-то есть еще, чего вы крупного добились, и следующая крупная цель? Вот, собственно говоря, такой вопрос. К вам, кого вам, если можно? Ну, давайте я начну. Ну, конечно, вот полноценно закончено, как какая-то цельная штука, это Москва только. Все остальное, есть очень интересные кейсы, есть очень интересные элементы, допустим, там в Тюменской области. Многие сейчас действительно применяют данные мобильных операторов в качестве аналитического инструмента для транспортного планирования. И это на самом деле очень оттачивается, потому что мы когда несколько лет назад с Билайном пытались это сделать в Москве, прям вот полная фигня была. Очень много шума. А? Вот, а я просто хочу сказать, что сейчас прямо на глазах видно было, как эта технология в разы усовершенствовалась. И, кстати говоря, вот если говорить про мобильность как услугу, я здесь вижу на самом деле еще такой момент, что если действительно все эти транзакции, не транзакции, а наоборот, треки, которые эта система сравнивает и в режиме, значит, накапливается какой-то, тоже большие данные, но вот именно о мультимодальных потребностях даже, о транспортном спросе на основании тех критериев, которые будут люди выбирать, это вообще поднимет транспортное планирование на какой-то принципиально новый уровень. Вот. Значит, международная тема. Ну что я могу сказать? Ну вот из того, что я видел, да в принципе везде это используют. Китайцы те же, они прям вот максимально в Дубае очень как бы популярно. А, кстати, знаете, в Дубае вот еще такой интересный пример. Помимо больших данных от, это вот, может быть, Андрею будет интересно, сотовых операторов, они еще сейчас пытаются применить в транспортном планировании большие данные от транзакций карточек, виза, вот, потому что там очень большая доля именно не трудовых корреспонденций, а вот корреспонденции, связанных с потреблением, и, соответственно, тоже они по ним какие-то треки строят, и вот дополняют одни данные другие. И вот здесь, на самом деле, наверняка есть еще какие-то, куча каких-то больших данных, которые пока не оценены как источник именно транспортной информации, но косвенно их можно будет как-то сюда тоже вот присовокупить и как-то интегрировать друг с другом. Продолжу тогда, отвечая на вопросы. Нам действительно есть чему похвалиться, начиная от умных остановок, говоря об отдельных элементах оплаты и весогабаритном контроле, где мы были одними из первыми, когда к нам из других субъектов приезжали и перенимали опыт. Но сегодня мы стоим перед решением той задачи, когда мы объединим все эти элементы и модули. Это и та трансформация транспортной системы, программу мы ее назвали, когда туда включаем, начиная с разработки маршрутной сети оптимальной, госконтракт, который мы уже разыграли и отобран подрядчик, и в рамках него как раз и интересны будут большие данные в части сотовых операторов, и ИТС как оболочка всех IT-решений, в том числе и в части общественного транспорта.
потому что мы понимаем важность тех косвенных показателей социально-экономического эффекта, которые дадут на общую экономику всего региона. Это экономия времени в пути, это и издержки, и экономия транспортных предприятий, эксплуатационных в том числе. И непосредственно самого пассажира, когда он будет экономить на перемещении времени в пути, это эффект для работодателя. То есть множество эффектов и критериев. И мы как раз вот стоим на том этапе, когда мы все эти элементы хотим объединить и создать единую платформу и мониторинга, контроля, управления и прогнозирования. Но если говорить о трансформации транспортной системы, там достаточно большие инфраструктурные вложения. Обновление подвижного состава – это лишь часть, процентов где-то 40 от всех общих вложений. Основная часть – это инфраструктура, строительство и новых веток метро, и путевого хозяйства электротранспорта. Все зависит от той финансовой модели, которую мы выберем для реализации. Как минимум это 35-й год, до 35-го года и вплоть до 50-го есть те этапы, которые мы также прогнозируем. Потому что задача не только вложиться на какую-то конкретную точку и обновить. Ведь любой транспорт требует поэтапного обновления, к нему есть требования в части эксплуатационных характеристик, безопасности и срок его службы. Поэтому эта модель, почему такая долгосрочная перспектива, включает в себя и этапы по обновлению и модернизации, и КАП, и капитальному ремонту. Спасибо большое. Сейчас должен быть... По идее блиц-вопрос, но, к сожалению, организаторы сказали, что у нас времени нет, поэтому благодарю всех за очень продуктивную дискуссию. Мы услышали действительно разные точки зрения стейкхолдеров, разных стейкхолдеров, и они были часто противоположные.